они когда-то были хорошие свойства. Угу. То есть они, эти свойства, были в свойствах отдачи, любви к другу, ближнему, угу, и так далее, связи людей между собой до прегрешения. Как сказано, до прегрешения все были люди как один единый народ, угу, и чувствовали себя абсолютно одним общим целым, как одно, как клетки одного тела, органы одного тела, чувствуют полную взаимосвязь между собой и понимают, что друг без друга они никак прожить не могут, и им надо только вместе существовать. И это существование было у них естественным. Как мать любит ребенка, так любили люди друг друга. Это просто поразительные такие для нас, кажущиеся нам совершенно неестественные формы жизни. Неестественные формы жизни. Но вот они изначально существовали на духовном уровне, а потом, когда этот духовный уровень провалился в бездну эгоизма, то эти силы, которые поддерживали нас в духовном, они обратились, естественно, вот в виде этих нечистых ангелов, эгоистических, Аза и Азаэль. А зачем это с нами такое сделали? А это для того, чтобы у нас была свобода воли.